Всем привет. Всем привет. Что у нас сегодня? 12 апреля, день космонавтики, да? 60 лет. У нас сегодня поездка в Москву. Начинаем с Волокса. Так, мы решили сегодня тоже, я составлял маршрут, решили пройти сегодня много. Мы сейчас возле Нового Спасского монастыря. Да, значит, мы вот так вот обойдем его, получается. Или можем туда пройти. Потому пешеходу, наверное, да, потому пешеходу туда выйдем к мосту. Ну, время, сколько у нас время? 15-12. Шикарно, полчаса на приехали. Погода, ветерок, кстати. Да? Это вот жарко, жарко. Плюс 14, но ветер, да. Хорошо. Что-то немножко, да, на этот, по-свенски, да, так, белым цветом, да, но... Пройдем сейчас пешеход и пойдем по той улице, получается. У него на сегодня планах еще сейчас посетить Патриаршие пруды, прогулку по Арбату, потом снимаем, сейчас пройдем. Красиво, и что еще? А, ну и аэропорт, да, посмотришь. А вы не снимали? Ну, мы снимали для себя. Для себя, да. Снимали там рыбу, посмотрели, да, и ушли. Вот. Подворье Патриарха Московского Всея Руси, Спасской воде, храм Сорока Севастийского, это храм. У нас получается там, у нас, а это храм. Кому интересно. Будет опять влог московский, выходной день. Переходим. Переходим. Пойдем у нас или нет? Разрешено, что нам пойти пройти. Сейчас зайдем. Так, ну что, мы сейчас зайдем. Основан. А, в 13 веке. Прикинь, у нас Спасский монастырь основан. Это здесь у нас все это. Башни, в каком веке сделаны. Часовня. Короче, заходим. Так, маски, наверное. Без масок. Туалет, полная лавка. Блин, красиво уже, мне нравится. Церковная служба. Церковное облачение, туалет. Сухо, хорошо. Площадка. Все проблемы ушли. Здоровое питание, вкусный обед, монастырский чай. Наталья будет обедать. Там хлеб, наверное, продают. Все дела. Чай. Ты будешь что-нибудь, а нет? А, Дань, а? Обедать будешь, нет? Да. Пойдешь? Я не пойду, я погуляю. Гулять не хочу, обедать. Народу там очень много, я смотрю, очень много. Здорово. Соленья продают. Витамины, травяные сборы. Кедр, орешки кедровые. А, бесплатная? Да, конечно. Нет? За рождение не проходит. Монахи. Блин, прикинь, там 13 век. Это вообще красота. Да, брусчатка вообще. 13 век. Что надо? Замечательно. Куда же сейчас посмотрели? Здесь проход закрыт. А здесь старые надгробия. Вообще, здесь, конечно, вообще сложно что прочитать. Но здесь вот... 1809 год, 1881, до свидания. Тут тоже. Мир праху твоему, здесь по глубиной тела тайной советницы Варвары Николаевны
Балк полевой, рожденный в Салтыковой, скончавшийся во Франции, близ. Странно почитать, конечно. Вообще, я череп, да? Странно вообще. Ну, и там еще есть, кстати. Сейчас проверишь. Тут запрещено. Посторонним вход воспрещен. Сделаешь, что-то старое видно кладбище, он был. Что осталось просто. Наверное, да. Под всем камнем погребено тело. Колокольня. Даже внутри 4 году рождения в супружестве жила 16 лет, 6 месяцев. Вот это они писали как. Что может на грудь попасть? Ну да, гробница. 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 Высокая молитва, да? Здесь покоится прах княгини Дашковой, рожденной Алферовой. Советник, дальше на уровне советника, извините, скончался в 1851 году, в 6 часов по полудню. Время писали, да? Так, разве? Так мы не выйдем, наверное, да? Так, там, обратно. Да, надо туда сейчас. Ну, пойдем обратно, все равно туда надо будет подойти. Там белки, кстати, белки спят. Да, я не знаю, белки. Одна белка. Честь 400-летия дома Романова, святейший патриарх в московском Сиросе Кириллом, в 2013 году, 29 сентября. Там стоит свечка, красиво вообще хранит. Так, ну что, побыли мы в храме, ну я показываю там сигнал чуть-чуть. Сейчас у нас впереди это дом музыки и Новоспасский мост, старинный мост тоже, и Москва-река набережная. Вот. Причал, сейчас, не знаю, уточки. Ну что, попробуем наверх подняться. Светофор. Новоспасский мост построен
1910-11 году и реконструирован в 1937 году. Проект инженера Вернера и архитектуров Соколова и Яковлева. Новоспасский мост. Вот такой вид с Новоспасского моста открывается. Там Новоспасский пруд. Еще замерзший, по-моему, да? Да. Старинный с историей. Ну что, следующая наша остановка, это мы прошлись по улочкам старой Москвы, Малая Бронная, мы по переулкам сейчас с метро шли. Ну, пруд еще замерзший, патриаршие пруды. Естественно, ни лебедей, никого нет, да, естественно, все замерзшее. Ну и замерзший там был пруд, на Новоспасском. Шикарный спальный район. Считается дорогой район в Москве. Красиво, лавочки везде. Летом тут вообще будет прекрасно, да? Тут уже народ сидит на лавочках, отдыхает просто. Как от велосипедов, кстати. От ВТБ. Прокат стоит, интересно. А это что? А, самокат. Самокаты все разобрали уже. 15 рублей, а 600 рублей в сутки. Нормально. Дешевле самокаты. Да, наверное, да? Или просто? 600 рублей все-таки самокатик. А велосипеды не знаю. Все это ВТБ оплачивается картой. Сейчас посмотрим мы. По Малой Бронной мы пойдем. Патрики. Что там? А? Механика? Да. 2 рубля после часа катания, да? Да. Ну, нормально, я считаю. Ну, да. Ножки размять. Продажа квартиры. Вот на том этаже. Да, нет, район дорогой. Очень дорогой. Классный райончик. Светло старый, да? Улочки московские. Малая Бронная. Сейчас посмотрим, не знаю. Блин, жалко, конечно, то, что да. Там площадка детская. Прикольно сделано. Мастер Маргарита здесь писал, да, и Симан тоже здесь. Здесь сверх Булгакова мы маленький, небольшой, да, проходили? Ну, небольшой, ну, такой, маленький сверх Булгакова. Там, да, монумент, что я не видел, в принципе. Вот здесь, да, вроде снимался, сидели, блин, забыл, тут с мастером Маргарита тогда Силашвили герой и герой Галкина, да, это здесь, по этой аллейке на лавочке они сидели. Да, я хочу. Да, здесь сейчас мы будем искать и поесть. Большой патриарш, переулок, хлеб, вино. Посмотрим, Таня, на усмотрение. Смотрите, конечно, не в этих кафе, кафе дорогое. Пиццерия. Надо что-то посмотреть. Так, по Малой Бронной пойдем, не знаю. Посмотрим. Да выйти на это. Ну не так. Так, ну что, мы перекусили уже. С Татьяной зашли, перекусили. Да. 500 рублей, нормально. Да? Ну, не особо, но нормально. Сейчас находимся на Пушкинской площади, там Московский театр мюзикл, памятник Пушкину. Ходили мы в туалет в Макдональдс. Долго искали мы по переулкам этим. Посмотрели под старую Москву, дворики, да, все эти улочки. Красиво, конечно. Очень. Потому что, конечно, уже начинает портить большие здания, которые строятся. Все равно. Это Тверская. Поехали. Да, сейчас мы поедем. До куда? Да? До авиапарка. Да? До авиапарка. Здесь. Большая Бронная, ну и Тверская. По Малой Бронной мы прошли. Так, еще очередное место наше. Прогулки. Ходынский парк. Ходынское поле бывшее.
стадион, да. ЦСКА, ну, с Ильей были рядышком. Это авиапарк. Мы туда ездили с Илюшей, ну, чисто, да, вдвоем, чисто по стадиону. Стадионом Илья хотел, да, посмотреть. Да, Илья прямо была, а когда стащил, у нас паспорт не был, да. Не было, не было. Хорошо, рядом метро ЦСКА, сразу выход вот на, кстати, хочу на качельке на эти посмотрим сейчас. В тот раз мы с Ильей были, было мокро, очень мокро было, но погода была супер, сейчас погода, конечно, ну все равно тепло. Отличное вообще место, там сзади мегаспорт, тоже хочу храм. Квартирку здесь. Квартирку здесь, в этих домах. Хороший район вообще. Сегодня ЦСКА, кстати, играет с ротором. Хотеть не вредно? Дорогие тоже квартиры, метро рядом, торговый центр, естественно, стадионы. Здесь дорого будет, тем более парк. Вообще шикарное место. Волейбол. Воркаут занимаются. Вот сейчас здесь боксом занимаются даже. Там должен быть скейт-парк. И вон те знаменитые качели, которые мы в тот раз показывал, я не снимал, но сейчас прокатаемся. Вот ЦСКА, видишь? Видишь. Неудобно, вот здесь, именно здесь подход, мы проходили неудобно. Даже вышли, надо было со стороны как парка, да, мы шли оттуда вообще, со станции Хорошевской. Сейчас мы доехали вообще до ЦСКА, и обратно уже пошли. Смотри, сколько площадок, вообще просто площадка на площадке, Тань. Это, конечно, сделали очень хорошо. Мы полностью это все Ходынское поле с той стороны, получается, с той башни, все дома, которые там, пятиэтажные новые корпуса. Вот тут центр. Кстати, здесь мы здесь сейчас не гуляли. Детский центр, батутный центр, римская пицца. И там дальше что-то еще. Там, по-моему, детская, блин, академия, нет, не академия, а тоже что-то с ЦСКА связанное именно со спортом. Что, готова на качелях? Мечтала. А? Еще там свободный, вон две качели. Трое. А нет, двое. Это для маленьких там два штучки. Классно, классно вообще, просто вот летом здесь шикарно. Погода классная. Конечно, вот и на монастыре. Да, детская. Это платная. Сейчас явно, что никого там нету. Ну, занимаются спортом, бегом. Место позволяет кататься на велосипеде. А, вон тот, вчера детская площадка. Собака с нами ехала. Не с нами, а на первом этаже. Чуть поменьше Герды. Ну, бесплатно. Такая спокойная вообще. Вот, эти дома мы обходили, они все огороженная территория. Сами люди открывают. Мы шли, вот эти как они, пятиэтажные или нет, больше, девяти, наверное, этажные. Начинается с пяти, да, видишь, уровень первый. Ага. Потом семь этажей, девять и одиннадцать. Вот, ну, площадка детская. Да. Ну, здесь лежу нормально. Здесь тоже считается, господин район хороший. Тихо все. Вот, та башня Выборины. А отсюда применяется. Трибуна ЦСКА. Всем фанатов тут дал здесь. Так, ладно, сейчас пройдемся здесь. Видишь, Тань, смотри, прикольно, люди сидят, отдыхают тоже. Горки даже есть, смотри, какие трудные. Прикольно. Для детей, конечно, да. А там что там? А, карт? Или не карт? Что там тоже? Скорее всего, или скейт-парк там. Ну, здесь мы были, очень было с него. Вот там вообще лежаки. Смотри, сделали, люди отдыхают. Сейчас я приближу. Да, люди отдыхают. Пройдемся. Так.
Так и нет еще. И качели. Такой вид, да? Кач-кач. Ветер, ух. Да-да-да, с мостиком, большущий парк вообще. Там после там поле зашли, здесь просто этого ничего не видно было с этой стороны. По той стороне шли вообще. Просто классно сделано. И там еще тоже стоит. Арены, да, Петровский парк, так что шикарно вообще расположение. Это уже новый спальником район. По сравнению с Патриками, конечно, мне тоже классно. Старые московские улочки, красиво вообще. Ну, что тебе лучше нравится, новый спальный район или старый? Ну, архитектура, конечно, старый, да, Патрики классно. Вообще. Ну, новый тоже очень-очень ничего. Для развлечения, для отдыха, да. Да. Там хорошо погулять, там хорошо посмотреть, да. Насладиться старой Москвой. Красиво, да. Архитектура супер. А здесь, конечно, уже другая жизнь, современная. А что это такое? Это вот еще непонятно. Интересно, что-то должно быть. Пойдем, мы спустимся здесь все равно. Пока трава не цветет, надо спуститься. Интересный туалет есть? Это мне интересно. И там что-то, когда какая-то возможность, там, мне кажется, какая-то скульптура там, да, сделана что-то. Да, там уже лежаки с тесом. Да, с той стороны лежаки. Ну, тут, конечно, отдых летом. Ну, потому что все-таки его сделан торговый центр очень большой, первый считается. Один из, по-моему, второй или первый, не второй, или третий. Место в России он занимает, леопард, а нет, уже из больших центров в Европе, так что из-за этого и сделано, естественно, такая небольшой парк для отдыха. Еще раз, там огромнейшая парковка, сейчас ты все это дело увидишь, просто с ума сойти. Правда, что? Ну, плюс еще раз стадион, то есть болельщики отдыхают, пошли на стадион, такие дела. Ну, тем более, шаговая доступность метро. Три этажа вниз, правда, да? Нет. Метро вниз, метро вниз, три этажа. Так, ладно, все, аэропарк. Пришли мы с Сергеем в Ашан. Побыли же на втором этаже, там кое-что по мелочи. Носки там взяли. Сергея на работе. Сейчас
В Ашане, конечно, сатурин просто впечатляет. Огромнейший выбор мяса. Я не скажу, что там очень дешево. В принципе, но сыр там просто горы, еще раз горы. Слушай, зачем я пойду к рыбе? Я сейчас домой захочу ее, а мы не везем ее. Да. Очень впечатляет. Я хочу барабульку попробовать. У нас ее нигде нету. Наконец-то я добралась до Икеи. Не просто какого-то отдельчика, где можно что-то заказать, а где именно можно посмотреть, выбрать. Ура! Заходим. Так, мы зашли в Икею. В Москве два магазина, именно торговых центров, которые представлены на Икеа. Один из них Авиапарк на третьем и четвертом этаже. Ставим туда свечку. Тебе еще я взял чипсы шведские. И что там еще растение какое-то. Теперь карту Икеа Фэмили можно хранить в смартфоне. Загрузите карту в Икеа Фэмили. Что это? Используйте ее так же, как и пластиковую. Я хочу такие подставочки на кухне, не могу найти. Ну, спросил у кого-нибудь, консультанта спроси. Сейчас спрошу. Ты больше ходить. Вон подставки еще где-то. Не, ну что, мне надо подвесить. Спроси. Потому что это не кухня явно. Рамочки. Ну и вот он знаменитый тут 4-метровый аквариум с рыбками. Видишь, большие наверху рыбы. А мелкие вон рыбешки плавают там. Смотри, в Икее за что-то. Таня потом покажет, короче. Да. Я сейчас не знаю. Короче, по времени мы. Не успеваем мы по времени. На Арбат хотели, не знаю, не успеем. Посмотрим. Книги, музыка, перспектива. Что-то магазин такой по республике. Starbucks. Прикольно, да? 24 метра. И лифт. Вот выше. А? Вот внизу. Да. А? Короче, ладно, идем уже на фудкорт еще перекусить. Большущий. И у нас тут что? Каток, да? Тут не видно будет. А, видно. Ледовый каток. Так. Летом, да, можно сказать? Ну, круглый год, да, получается. Да. Занятия проводятся и для тех обучающих, как и тренеры есть, все такое. Прикольно. Люди сидят, ну да, пропадают. Ну, искусственный лёд. Честно, первый раз вижу. Ты в Орле не видела? Нет. В Орле, по-моему, тоже есть. Детский мир, лего-магазин, а детский полностью одежда с этой стороны. Все, понятно. Кушать. Так, ну что, наш поезд подходит к концу. Мы сейчас на улице Земляной вал, возле Атриума, на Курском вокзале. Сейчас перейдем на станцию метро и едем уже до Кирского вокзала. У нас через 45 минут уже поезд. Сейчас Таня тут зашли взять с собой дорогу. Крылышки, я просто нарол. Атриум. Красиво разукрасили его. Тоже впервые здесь вообще. Остался этот Яна. Туда больше не приедет. Я приеду только в одно место. Я не так сказала. Слушай, я уже не поеду, чтобы мотаться по всему городу. По всему? Туда-сюда. Таня заблудилась, потеряла меня в метро. Вставай! Так, там красивое место. Поехали. Поедем уже на Киевский вокзал. Так, ну что?
время 18:53, мы заканчиваем наш сегодняшний влог, ролик. Устали, устали, конечно. В одно место мы не сходили, по времени не успели мы. Ага, ишь, на самолете. Не, ну да, ну мы в Киев зашли и пытались на это, на качелях, не планировали. Прошлись, правильно, патриарши. А, ну прямо идти. Да, пятый путь. 19:14, да, нас? Что, будем сейчас заканчивать, да? Сейчас. Да, 17 градусов показывает в Москве. Слышишь? Отель. Сейчас стало тепло, прям не то, что парит прямо, да? Вот. А вот там, где мы были, на ходунке, было, конечно, прохладнее. Ласточка, видишь, по три места. До Питера, да? А нет, Питер же Ленинградский вокзал, а Внуково, да, Ласточка. Ой, неужели замолчала, господи. Громче надо. Так, все. Идем почему к поезду, наконец-то. Я ужасно хочу сесть. Всегда обычно так почему-то ходим, хотя у нас путь там пятый, да? Пятый, ну да, в общем, у нас это брет, выходите на это. На шестой. Да. На шестой путь. Так, ладно, в принципе. Стоит красавчик. Кто? Иван Парист. Иван Парист. Так, ладно, будем заканчивать, потому что время уже 12. И Зара на работу первую. Всем на работу, всем в сад, в школу. И Москва-Сити. Ладно, Илюха посмотрит. Он спрашивал, будете вы там или нет, или мы там не будем. Уже, в принципе, светло, да? Когда мы месяц назад уезжали первый раз, да, помнишь отсюда, когда было темно уже, да? Так, в принципе, виднеется кусочек Москва-Сити. Все. Всем до встречи. Всем пока-пока. Всем пока-пока.